Камчатские дорожные службы готовы к зиме на 80%. Как сообщили в правительстве края, все контракты на снегоочистку и посыпку улиц противогололедными средствами заключены только с теми подрядчиками, которые хорошо себя зарекомендовали ранее. Представители подрядчиков отметили, что основной объем техники находится в рабочем состоянии, а запасов песка и противогололедных средств хватит как минимум на 2 месяца. Заготовка спецтехники продолжается. Все компании обязаны установить на нее систему ГЛОНАСС, чтобы власти смогли контролировать выход техники и в режиме реального времени смотреть, где она работает. От этого будет зависеть оплата выполненных работ.